порядка 7750 на перекладине. То есть, ну, вы понимаете, речь идет о срыве, а то и двух. Суть, потому что даже до 8 баллов не дошел тогда Тихановский. Ну, вот этот стручок Максим Девитовский. Такой худенький, длинненький. Очень мне напоминает Павлика Столбова. Такой гимнаст был очень элегантный. И особенно он красив был на перекладине. Ну-ну-ну-ну-ну. Плети, кружева, плети, держись. Ой, ну вот нашел, где все-таки такую значительную ошибку сотворить. Если не полбала, то 0,3 точно за такое приземление занимает. Он руками не коснулся все-таки, по-моему, так шагнул довольно широко. Вот плохо, мы еще раз говорим, табло нет у нас. Мы не видим и могли бы очень быстро вам сообщать о стоимости комбинации, которую выполнил тот или другой гимнаст. Потому что гораздо проще сейчас следить за ошибками.